А сейчас защита от трех боев. Подставка, уклон. Я могу по печени дать, могу по колу дать. Разницы нет. Второй момент. Пробивай. О, тут же в печень. Сразу. От левого прямого. Я не жду правого. Будет, не будет бить. Это второй вопрос. И. О, сразу. Пошел левый. Все, я уже здесь. Правую жду, пока оторвется локоть. Он отрывает. Я мгновенно ему бью. Следующая защита дует. Левый, правый. Что мы делаем на первый удар? Либо шаг делаю, либо отклон делаю короткий. Раз, два. Я проваливаю первый удар, а под второй сваливаюсь и бью навстречу. Отсюда я могу и зайти, разбить его дальше. Отскок тут гораздо быстрее надо на ножке. Раз, отскочила, четко. И здесь сваливаюсь уже с разносом. Конечно, у меня разгон удара будет в разы больше. Потому что я отскочила, и здесь я с разгоном бью. Не забывайте сваливать голову. Поэтому вторая рука, левая, она элементарно тянется на подставку, чтобы не в голову.